Далер, бонжур, как добрался? Салют, добрался я замечательно, за исключением того, что рейс задержали на 3 часа, а так в целом все хорошо, рад, то, что я вот приехал в сборную, в Россию, я сколько здесь, полгода, наверное, уже не был, и вот соскучился очень по ребятам, по атмосфере, по даже по тренерскому штабу, по играм за сборную. Это твой первый приезд в Россию с тех пор, как ты уехал играть в Лигу 1? Да, потому что в сентябре, потому что, сами понимаете, сейчас тяжело доехать до России, и поэтому, да, это мой первый приезд. В самолете кормили гречкой? Я уже столько людей написал по поводу гречи после моего интервью. Нет, не кормили, но я нашел магазин, где продается греча. Как в целом твоя адаптация во Франции, язык, партнеры по команде как? Адаптация проходит хорошо, встретили меня очень тепло, я даже не ожидал такого теплого приема со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен. Язык изучаешь? Репетитор? Да, я изучаю, французский мне нравится, очень такой красивый язык, и потихонечку, шаг за шагом, он дается мне. С Сашей Головиным консультируешься о том, как все правильно? Говорю, Головин тебе помогает в адаптации? Да, он, мы с ним переписываемся время от времени, и даже он приглашал к себе Монако и посетить город. И нет, я приезжал, но он был в сборной, вот когда в сентябре, да. Так что, может быть, как-нибудь еще мы там пересечемся, увидимся. Какие ожидания в целом от предстоящих матчей Камерун, Кения? Что знаешь о них? Ожидания, как и всегда, будем играть только на победу, потому что мы в сборной, здесь по-другому никак, и поэтому все ребята, я думаю, сконцентрированы, будут сосредоточены. Я думаю, что уже пора заканчивать интервью. На. Спасибо. Как добрался? Да, хорошо. Вы как? Мне потом присылают уже еще на час. Еще, думаю, да. Тебе присылать, не присылать. Надо расписаться, если тебя ничего не беспокоит. А это что, это против? Это просто против. И болит же. Да, все нормально, да? Да, вроде все хорошо. Загран, дай мне загран, чтобы я тебе потом. Ты новый привез, да, вот этот? Да.